Даже если ты меня обманешь, я тебя прокляну тут. Я-то вас ничего не обманываю. Ну давай деньги, если не обманывал. То есть вы хотите сказать, что этот человек... Человек попросил у вас проголосовать на Тобольской 12 за 500 рублей. Да. Хоть за кого? Я в море. Там еще тут мужчина. Но он за конкретно не просил за кого? Нет. Хоть за кого, говорит, голосуйте. Я говорю, хорошо, давай. Берите его. Я ничем этим не занимаюсь. Тут еще трое. Вот этот тоже человек тоже к этой компании относится. Не знаю кого, но к этой компании относится. Нет, что-то руки трясутся, блин. И еще как у алкоголика. Мужиков. Нашу дорогу и давай, или 500, или что? Или я тебя ослаблю вообще? А кто меня ослабит? Я тебя. Я по газете напишу. Что мне тут? Может быть, он все-таки конкретно говорил? Нет, не говорил. Он говорит, за любую партию там это. Ну, я за первых проголосовала и все. За первую? Да, первая женщина, по-моему, а вторая, это тоже не знаю. За первую женщину и за первую партию, да? Да. Потому что у меня очков не было, там был это. Я проголосовала, я ему сказала, он мне тут машину посадил, раз, два, потом вокруг школы обвел меня тут. Я хожу за тобой следом, специально. И вы не хотите даже деньги отдавать? Что? Деньги? Да деньги он получил уже, только не хочет отдавать. Я думаю, я тебе это сам ослаблю. На кого ты работаешь? А на какой машине вы ездите? На Леоне сером? Я не езжу вообще не на серой машине. А кто привозит? На Леоне или на Инфинити? Деньги вам кто подвозит? Ну потом говорит, женщина там около этого сама, какая-то черника, вам деньги ложат отдать. Я подошла, никого нет. Этот мужчина тоже в этой компании. Вот. И еще тут двое. И все они это самое заодно. Я говорю, ты меня не обманешь. Да ты меня обманул. Так давай деньги. Чего ж я обманул? Голосование. Сейчас вот такое голосование идет, что вы всех покупаете. А кто покупает? Я вообще не в этой системе. Да, не в этой системе, а что ж так. Здорово живешь.